виражи, поворот за поворотом, и все это на большой скорости. Управляет дроном Сергей Ишмуратов. Он студент Лаишевского технико-экономического техникума, на базе которого работает авиационный учебный центр. Здесь учат собирать беспилотники и управлять ими. Ты как бы сам управляешь полноценно беспилотником, это же очень интересно. Полет — это, получается, получение большого количества эмоций при взлете. И во время полета ты получаешь довольно большой адреналин. На конкурсе «Архипелаг» Сергей Ишмуратов завоевал сразу 2 золота в личном и командном этапах дрон-рейсинга. На симуляторе по тушению пожаров занял 3-е место. Либровку датчик проведем. У Алексея Комарова также 3 медали. Он мастерски управляет пиксельным коптером и на время преодолевает полосу препятствий. Говорит, на соревнованиях была большая конкуренция. С первого места у меня был отрыв 0,5. Первое место занял Булат Нургалиев, тоже с Татарстана. Он прилетел вот минута 19, а я прилетел минута 19,5. «Архипелаг» собрал более 1000 ребят из разных регионов страны. Состязались в спортивном, инженерном и военно-тактическом направлениях. Татарстан представили 32 школьника и студента. Они завоевали 120 медалей, 17 кубков и 3 гран-при абсолютного чемпионства по 45 дисциплинам. Нужно было осмотреть местность и найти 4 очага пожара. Потом прилететь на базу, взять легкий дрон с оборудованием специальным и уже потушить. Я немного поменял свою тактику. Я сразу вылетел на дроне с оборудованием. В авиационном учебном центре обучаются 20 студентов. Все они нацелены на результат. Сейчас оттачивают мастерство в пилотировании и управлении дронами и готовятся к следующему конкурсу. Сирин Васильев, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Лаишевский район.